Благодаря телевизору, а теперь и интернету, миллионы людей, находясь дома, могут видеть то, что происходит на другом краю света. И порой то, что они видят, настолько шокирует, что хочется выключить телевизор. Сегодня мы расскажем о 10 самых невероятных моментов в истории человечества, которые попали в объективы телекамер. Цунами в Японии. В 2011 году камеры новостного канала запечатлели ужасную волну, захлестнувшую Японию. В результате цунами, которое было вызвано одним из самых сильных землетрясений в истории, погибли 13 тысяч человек. Волны тогда достигали высоты 40 метров. Погоня за О.Джей Симпсоном. Легенда американского футбола и актер О.Джей Симпсон прославился далеко не своими профессиональными успехами. Его обвиняли в убийстве бывшей жены Николь Браун и ее любовника Рона Голдмана. Все усложнилось еще больше, когда были найдены улики против Симпсона, и футболист попытался сбежать от полицейских на своем автомобиле по дорогам Лос-Анджелеса. В конце концов, в 1995 году он был оправдан, невзирая на улики, и смог избежать смертной казни. Тогда суд обязал Симпсона выплатить штраф в размере 33,5 миллионов долларов. Несмотря на печальный опыт, спортсмен все-таки попал за решетку в 2007 году по другому делу и до сих пор находится в тюрьме. Захват автобуса с заложниками в Маниле. В 2010 году произошел громкий инцидент с заложниками на Филиппинах. Вооружившись винтовкой М-16, бывший полицейский Роландо Мендоза угнал автобус, в котором были в основном туристы и гиды. Долгие и эмоциональные переговоры попали в объективы телекамер. Тогда на месте преступления появился брат Мендозы, который попытался поговорить с ним. Однако полиция арестовала брата, заявив, что он прошел на огороженную территорию с оружием по собственной инициативе. Увидев арест своего брата, Мендоза сорвался и застрелил 12 человек. Падение Берлинской стены. Символ конфликта и напряженности между СССР и НАТО. Берлинская стена разделяла Германию с момента окончания Второй мировой войны. В 1989 году мир ликовал, глядя, как стену сносят, а Германия вновь объединяется. Теракт на Мюнхенской Олимпиаде. В 1972 году террористы взяли в заложники 12 человек, 11 из которых были израильскими спортсменами. В обмен на освобождение заложников преступники требовали отпустить политзаключенных в Израиле. После неудачных переговоров и провала попытки спасти захваченных, все 12 человек были убиты. Осада в Уэйко. В 1993 году в результате осады ранчо в городе Уэйко, которая длилась 51 день, погибли 86 человек. Агенты бюро ATF окружили ранчо, на котором обосновывалась ветвь Давидова, религиозная секта, которая проповедовала полигамию и запасалась оружием. Убийство Ли Харви Освальда. Американское общество и так пошатнулось после убийства президента Джона Ф. Кеннеди. После ареста предполагаемого убийцы Ли Харви Освальда, страна не ожидала, что еще одно жестокое убийство будет снято на камеру. И это было убийство самого Освальда, которое осуществил Джек Руби. Челленджер. Ужасное окончание космической гонки. Шаттл Челленджер должен был стать проводником США в новую эпоху галактических разработок и полетов в космос. Вместо этого инженерная ошибка привела к взрыву, в результате которого погибли все члены экипажа. Высадка на Луну. Шокирующие моменты не обязательно должны быть трагическими. Человечество увидело, как лунный модуль «Орел» коснулся поверхности Луны. Считается, что этот момент в прямом эфире могли видеть около 600 миллионов человек. Теракты 11 сентября. Множество телеканалов по всему миру показало, как два пассажирских самолета врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году. Тогда погибло более 3000 человек. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, и не забудь подписаться на канал «Моя мастерская, твое настроение».